Живей, живей! Капитан Дешан, на связи. Мы обеспечили безопасность по силам похода к цели. Чего-то в этом следовало ожидать. Скоро после крушения корпорации Umbrella, их биооружие оказалось в руках террористов. И в мире началась новая эпоха биотерроризма, сместив равновесие сил в тех странах, которые были этим способствованы. В регионах, утративших стабильность, люди боялись неизбежно повторить того, что произошло в Ракун-Сити. Паника нарастала, и правительства разных стран обратились к глобальному фармацевтическому консорциуму, создавшему антитеррористическое подразделение BSA. Оперативники BSA занимались нейтрализацией очагов биотерроризма и восстанавливали порядок в пострадавших регионах. Добро пожаловать в Африку. Меня зовут Шева Аламар. Крис Редфилд? Ваша репутация вас поражает, мистер Редфилд? Для меня это большая честь. За меня просто Крис, детка, спасибо. Так ты едешь со мной до пункта назначения? Да. С момента, как сменилось правительство, напряженность все нарастает, нарастает. Кто бы сомневался, говорят, теперь для террористов это просто рай. И появление там американцы не слишком это их радует. Хоть и из БСА, хоть откуда. Так что напарник тебе необходим, я помогу с ним договориться. Об этом не сомневаюсь. Напарник. Вы в порядке? Да, извини, порядок. Двигаем дальше. И правительства разных стран обратились к глобальному французскому консорциуму, создавшему антитеррористическое подразделение BSA. Может, когда-нибудь я это пойму. Не надо так нервничать. Вот фото моей подзадницы. Пойдем. Одно я знаю наверняка. У меня есть работа, и я ее выполняю. А славная попка-то. Вы двое, сюда. Может, это из-за нового правительства, но люди тут сейчас слегка дерганые. Делайте то, зачем приехали, убирайтесь во своясь. Да уж, американцы встречают с фанфарами. У меня тут ваше оружие, проверьте все как следует. Координаты местного значения. Городская площадь, прямо впереди. Давайте туда, группа Альфа ждет на месте сделки. Хорошо. Что вам известно об Ураборосе? Слухи в основном. Что-то относительно программы судного дня. Судный день звучит подходяще, и похоже, это не слухи, мальчик мой. Ты шутишь? Найди человека по имени Ирвинг, это ваша единственная зацепка. И будьте осторожнее.
Hello. Стоять! Ты в порядке? Это все полный бред! Катитесь все к чертовой матери! Вроде-ка, это еще что? В укрытие! На помощь! Кто-нибудь, помогите! Нет, я не хочу, чтобы ты засунула во мне! Помогите! Эй, в чем дело? Осторожно, возможно, они все еще тут. Ты в порядке, сладкая? Да, дорогой, поцелуй меня! Поцелуй, поцелуй меня! Крис! Что тут стряслось? Эй, кто это сделал? Кто-то на нас напал. Ирвин. Он сбежал. Это была подстава. Подстава? Что это? Данные по сделке. Я их слил с компьютера. Вы должны доставить их в штаб. Эй, погоди, не спать на работе. Корпоратив еще впереди. Бедняга. Я кого-то заметила, но они сбежали. Кирк, ты слышишь? Мы получили информацию, что группа Альфа погибла, а Ирвин сбежал. Roger.
Я вас понял. Передайте данные машин с их помещений. Будет сделано. Кушай. Я голоден. Что это за чертовщина? Кушать. Есть. Я хочу кушать. Я хочу есть. Жрать все. Кушать. Кажется, это то, что прикончило группу Альфа. Поехали. Нашел. Что это такое? Биооружие, которое гад Ир наставил на нас, чтобы заманить ловушку. Учитывая, что произошло с группой Альфа, нам повезло, что мы еще дышим. Жаль, мы не смогли добраться сюда раньше. Если бы добрались, нас бы уже не было в живых. Крис вызывает штаб, вы меня слышите? Штаб на связи, отличная работа. Мы немедленно займемся данным анализом. В городе творится черт знает что. Жители ведут себя как те ганады, из которых говорил в отчете Кеннеди. И кроме того, появилось что-то новое, чего бы прежде не сталкивались. Также мы лишились средства передвижения. Просим уточнить наше задание. Задание остается прежним. Ваша основная цель — захватить Ирвина. Мы полагаем, что он скрылся в шахтах по ту сторону вокзала. Нас осталось всего двое. Вы хотите, чтобы мы туда отправились вдвоем, идиоты? Группа Дельта уже направлена к вам. Они помогут вам обнаружить и захватить Ирвина. Но постойте, мы не можем. Повторяю, задача остается прежней. Мы не можем его упустить. Отправляйте шахты за вокзалом живо. Конец связи, лентяи. Это безумие. Тебе никогда не казалось чувствовать себя марионеткой с ниточками? А вот и бабочка! О, боже мой. Кирк. Берись!
Парни, как же я рад вас видеть. Группа Дельта, капитан Стоун. Крис Редфилд. Шелла. Спасибо, Джош, с меня прочитается. Вы что, знакомы? Он был моим наставником, он научил меня всему, что я умею. Шелла для нас всех была как младшая сестренка. А теперь, Шелла, ты должна продолжить поиски Ирвина. Судя по данным, которые мы извлекли жесткого диска, они преобразовались в рудники. Там внутри еще есть информация. Мы двинемся за вами, когда все здесь закончим. На всякий случай, держите рацию под рукой, прошу. Спасибо, Джош. Крис, ты в порядке? Это фотография. Да ладно, ерунда, забудь. Пойдем отсюда. Замри! О, черт! Ты должен быть Ирвин. Поразительная проницательность. Думаешь, это все сушечки? Ты такой же в одном, как все прочие террористы. О нет, я не такой, как они. Я делаю человек с принципами. Брось оружие. А может, вы лучше бросьте свое? Быстрее! Недоумки! Чёрт! Отлично. У Ирвина, похоже, нашелся помощник. Наверное, тут есть нечто такое, что он хотел от нас скрыть. И что это? Посмотри. Буровой комплекс? Это на болотах? Что это такое? Крис, Шева, давайте сюда свои задницы уже!
Держись! Что могло такое натворить? Осторожно! Живей, живей, живей! Давай в грузовик! Получай, придурок! Где же ты, Джош? Шева, ты не обязан это делать, ты еще можешь отказаться. А как насчет тебя? У меня тут личный интерес. Личный интерес? Крис, оглянись по сторонам, нам обоим надо выбираться отсюда к черту. Здесь не только дело в миссии. А в чем тогда вообще? Недавно я получил информацию, что моя прежняя напарница еще жива. Я знал, что это не надо думать, но когда увидел файлы данных с Дельты, я все встал на свои места. Джилл еще жива. Та самая женщина, да? А ты точно уверен, что это она? Мы были напарниками. Я уверен. Постой. Постой! Один ты не пойдешь! Крис, да постой уже! У меня мало времени, я должен ее найти. Я пойду с тобой. Да умирают мои соплеменники. Уверена, что тебе это надо. Минут назад ты была готова сделать ноги. Я не могу просто так повернуться и уйти. Тогда больше никаких приказов. Мы просто делаем общее дело. Мы напарники. До самого конца. А теперь пошли. Я тебя понял. Что случилось с твоей напарницей? Мы с Джилл охотились на человека по имени Альберт Вескер. Wow.
Вескер. Он был одним из руководителей корпорации Umbrella и главы подразделения Старс. Я вновь встретился с ним после инцидента в Ракун-Сити на острове Роквуд. С тех самых пор мы пытались его выследить. Пару лет назад надежный источник слил нам информацию о местонахождении основателя корпорации Umbrella, Освальда Спенсера. Мы нанесли ему визит, надежды, что он выведет нас на Вескера. Вескер! Давай с этим покончим. Джилл! Труп Джилл так не был найден. Но ее считают погибшей. Женщина, чье фото я видел в файле, очень не похожа. Я обязан выяснить, жила ли она. Вы двое были близки? Мы были партнерами. А как насчет тебя? Как ты оказался в BSA? Мои родители пострадали от несчастного случая по вине фармацевтической компании, когда была еще ребенком. Umbrella? Да. И позже я узнал, что несчастный случай был подстроен, чтобы скрыть факт производства биооружия для террористов. Они использовали Африку как полигон для экспериментов. Биологическое оружие стало причиной смерти моих родителей. И кто-то должен за это ответить. Поэтому ты пошла в BSA? В одиночку человек не так много может. Даже такой герой, как ты, Крис. Никакой я не супергерой. Но вдвоем мы сможем положить этому конец. Мы должны отомстить за наших погибших братьев. Держись! Джош! Шива? Шива? Ты жив? Okay? Ты в порядке? Как тут вообще очутился? Мы были в порту, когда на нас напали, а потом... Вот, и я оказался здесь. А где вся моя группа? Бля. Нас теперь только трое? Почему вы не ушли? Чёрт, нам же не под силу с ними справиться. У меня тут осталось одно дело. На жестком диске с данным по биооружию был один файл. С фотографией подруги Криса. Подруги? Я не уйду отсюда, пока не найду Ирны и не выясню, что за чертовщина тут творится. Ладно, поболтаем будем позже. Приболтать будем потом. Шива,
Шева, прикрой меня! Быстрее! Вы в порядке? Да, вроде бы. Я в норме. Похоже, Ирвин решил взорвать тут все к чертям и сбыться. Мы должны остановить его, пока не произошло. Я поищу, как выбраться отсюда. Отлично, а мы тогда за Ирвином. Хорошо. Так, там впереди доки. Скорее всего, туда он и направился. Все поняла. Джош! Будь осторожен, сладкий. Пойдем быстрее. Okay. Так точно. Вот он! Погоди, это же... Отличный расчет! Вы думаете, как раз под время на праздник фейерверка в посмелье! Бум! Адьес, сопляки! Постой! Как же я его ненавижу! Скорее, нам надо идти! Вы в порядке? Что там с Ирвином? Ладно, далеко он идти не мог. Джош. Спасибо. Буя! Потом поблагодарить будешь у нас гости. Я не займусь. А я тебя прикрою. О, черт! Проклятие! Они нас потопят! Надо что-то делать! Надо забраться на этот корабль! Держитесь! Внимание! Что ты намерен с ними делать? Ты просто пешка в руках Экселлы! Это твой хозяин должен был... Еще раз спрашиваю, что ты намерен с ними делать? Ладно, ладно, я с этим разберусь! Используй это. Это? Да что же вы двое так никак не закончитесь? Из-за вас я теряю лицо! Кто, по-вашему, организовал всю эту операцию? Такие исследования требуют уйма денег, между прочим. При этом никто не хочет со мной считаться в мире. Но теперь мы это изменим. Не смей этого делать!
Я стану тем, что вы в самых смелых мечтах вообразить не сможете! Черт, ну я видел покрупнее. Я подвергся финальной переделке. Скажи мне, что ты намерен делать? Черт, ты попал к Селу. Качество средства и оказался не стан стоит. Эксела? Где этот центр? Отвечай! Что такое про... Вот здесь еще раз перезапишем. Скажи мне, что ты намерен делать? Сейчас бы попал Экселу. Качество средств оказался недостоин. Эксела? Где этот центр? Отвечай! Что такое проект Ураборос? Бесы! Вы двое считаете себя пупом земли, да? Равновесие в мире смущается, а вы этого даже не замечаете. Что смещается? О чем ты вообще говоришь? Это проект Ураборос, верно? Теперь слишком поздно. Его уже не остановить. Ураборос все изменит. Крис! Крис? Так это ты, Крис? Что смешного? Откуда ты обо мне знаешь? Все ответы ждут тебя впереди, Крис. В той пещере. И скажешь, что ты останешься живым, чтобы их получить. Умереть так уж искрярно. Но все это бестолку, ты уже ничто не исправишь! Мы теряем время, Крис. Чтоб ее побрал. И что теперь? Мы пойдем дальше. Так это и есть место, о котором он говорил. И это лодка, на которой сбежала та женщина. Значит, вы двое серьезно настроены идти до конца? Да. Дело не только в Джилл. Нас интересует проект Ураборос. Отговаривать вас мне не удастся, я это уже понял. Я свяжусь со штабом и попробую добиться отмены приказа, а также добиться для вас подкрепления. Главное, оставайтесь живых. Подготовка почти завершена. А потом можно уходить. Отлично. Знаешь, меня удивляет успех Лас-Плагос. Поначалу у меня были сомнения на твой счет.
А теперь Ураборос завершен. Твое положение в Трисел достаточно надежно. О, у меня куда более обширные планы. Тебе понадобится партнер, не так ли? Некто, способный встать с тобой рядом в твоем новом мире. Мне кажется, я свои способности я сполна доказала. Все может быть. Мисы уже здесь. Похоже, твой кружок Крис Редфилд решил нас навестить. Это кого-нибудь беспокоит? План находится на стадии завершения, и отсрочки я не потерплю. Новая высшая раса, творение нового мира, вирус-предок, ты! Я должен был стать богом! Это право принадлежит мне. Полагаю, я должен поблагодарить тебя, Спенсер. Что это за место? Как они умудряются выживать под землей? Это необычные цветы. Стой! Амбрелла? Что? Чем тут занимался Амбрелла Тачинг? Понятия не имею. Но похоже, тут уже никто не появлялся. Может не сомневаться, они хотели сохранить все в тайне. На некотором оборудовании стоит логотип Трисел. Они что, работали совместно? Что за черт? Это тоже было в фотографиях. Значит, Джилл тоже может быть здесь. Что они сделали? Джилл. Их тут так много. Должно быть, они похищали людей со всего Билла, с их экспериментов. Все прекратилось?
Почему? А вот почему! Да черт, где она? Мистер Редфилд, как я рада наконец познакомиться с вами. Вы кто такая, черт возьми? Эксела Жионе, она работает на Трейсел. О, да ты хорошо подготовилась к нашей встрече. Сотрудник глобального фармацевтического консорциума? Зачем? С какой стати мне перед вами отчитываться? И вообще, разве вам двоим не приказали дать задний ход? Так это твоя работа. Где Джилл? Джилл? Да если бы я и знал эту вещь, я бы сказала вам об этом. Хватит болтать, отвечай, где она? Послушайте, хватит уже путаться тут под ногами, убирайтесь, откуда пришли. Здесь нет ничего такого, ради чего стоило бы рисковать жизнью. Она лжет, ей точно что-то известно. И нам пора получить ответы на свои вопросы. Лавр загружен. Беспокоиться не о чем. Резервный объем почти готов. Мне знаком этот голос. Это Эксела. Это Альберт, жду с нетерпением. Альберт? Что? Как твои успехи, Альберт? Черт, Вескер. Я думал, он мертв. Шева. Я рада, что вы сюда добрались. Поднимайтесь. Эксела, где Джилл? Джилл, Джилл, Джилл. Ты как заигранная пластинка, знаешь ли. Очень однозначный, как он и говорил. Вы так много времени убили на охоту за Ураборосом. Ну что ж, наслаждайтесь. Так Ураборос это новое биооружие? Или планируешь продавать его террористам? Мысль любопытная, но неверная. Хотя он и напоминает биооружие на основе вируса предок. Никаким террористам продавать его я не собираюсь. Тогда зачем он тебе? Эволюция. Это философский камень, и он сам произведет отбор посредством ДНК тех, кто перейдет на следующий этап развития. Мы объединили свое видение будущего и сделали его реальностью. Эволюция? Ты о чем ты говоришь? О, ты скоро об этом узнаешь. И все остальные тоже.
Как досадно. Похоже, он оказался недостоин. Лишь избранные смогут войти в новый мир. Акселла, стой! Акселла Джон, немедленно остановись! Браво! Черт возьми, где Джилл? Джилл? Могу сказать, а могу и нет. Стоп уваривайте, нам нужны ответы. Ты ничуть не изменился. Вескер! Так ты все еще жив! Это и есть Вескер? В последний раз мы виделись во владениях Спенсера, не так ли? Как приятно встретиться с тобой вновь. Странно, что ты нам не рад. Нам? Как же ты медленно соображаешь. Джилл, это я, Крис! Что? Ты уверен, что это она? Единственная и неповторимая. Теперь покончим с этим раз и навсегда. Двое на двое. Все по-честному. Верно, Джилл. Я думал, ты доставишь мне больше проблем, Крис. Ты меня разочаровал. Да, слушаю. Вперед. Вескер, прекрати! Джилл, хватит! Это я, Крис! Приди в себя! Отличный ход, Крис. А теперь я оставлю вас вдвоем. Вам наверняка есть о чем поговорить. Ну же, Джилл! Соберись! Очнись, Джилл Валентайн! Крис? Джилл! Потрясающе! Даже на такой продвинутой стадии еще пытается сопротивляться. Похвально, но бессмысленно. Время нескольких игр закончилось, Крис. Мне пора заняться делами. Надеюсь, мучения Джилл тебя развлекут. Стой, что ты здесь сделал? Что-то у нее на груди. Надо с нее этот аксессуар снять. Джилл! Ты в порядке? Крис... Мне так жаль. Все в порядке.
А ты Шева, да? Да. Я не могла управлять своими действиями, но чёрт, боже, я всё создавала. Простите меня. Всё хорошо. Спасибо. Слушайте, со мной всё будет в порядке, но вы двое должны его остановить. Мы не можем бросить тебя тут. Придется, это ваш единственный шанс. Если Вескер добьется своего Ураборос, распространится по всему миру, миллионы людей погибнут. Да, ну конечно, со мной все будет в порядке. Вы должны остановить его. Крис, ты единственный, кого это под силу. Пока не поздно. Во имя тупости. Разве ты не доверяешь своему напарнику? Ладно. Сделай все, что необходимо. Твоя тупость — наша единственная надежда. Крис, я в порядке. Сюда! Пора покончить со всем этим. Пойдем. Стоять! Что тут происходит? Вас их это не касается. Твоего мнения никто не спрашивал, а теперь рассказывай. Расскажи нам все, что знаешь, и блох тебе не сделаем. Где Вескер? Если будет хорошо себя вести, то, может быть, и скажу! Черт возьми! Её так просто не сломать, надо дать ей должное. А что это такое? Крис, это... Что бы то ни было, но Эксела явно пытался защитить. Вам удалось далеко зайти. Жаль, что на этом ваш путь и завершится. Новая раса сверхлюдей, порожденная вирусом, прародитель. Дети Вескер должны были наделены безграничным потенциалом. Из них выжил только один. Ты. Хочешь сказать, я был создан искусственно? Я должен был стать богом! Создать новый мир, населенный расой сверхлюдей! Однако все это погибло в Ракун-Сити. И все же, несмотря на неудачу, твое создание имело огромное значение. Теперь моя свеча едва теплится. Какая насмешка, не правда ли? Для того, кто собирался стать богом. Увидеть близость собственной смерти. Право стать богом. Это право отныне мое. С
стать богом. Ты... до последнего полон гордыни. Лишь тот, кто воистину способен стать богом, достоин этого права. Это право. Это право дал мне Ураборос. Что здесь произошло, черт возьми, опять? Эксела, что происходит? За что? Ведь я столько сделала. Все для тебя. Крис, как это мило, что ты опять с нами. Вескер, не тревожься, твоя задача почти исполнена. Ураборос скоро явит себя всему миру. 6 миллиардов предсмертных криков породят новое равновесие. Извини, Вескер, но только не на моем дежурстве. Альберт, ты обещал, что мы вместе изменим этот мир. За что? Я думал, они заодно. У Вескера нет дела ни до кого, кроме самого себя. Скоро даже ты это осознаешь, Крис. Всего один взгляд на мой новый мир, и на тебя снизойдет понимание. Да покажись уже! К сожалению, для тебя уже слишком поздно. До рассвета ты не доживешь. Извини, Экселла, но похоже, что Ураборос отверг тебя. Хотя ты была ценной помощницей, и у меня для тебя есть последнее поручение. Альберт! Что за чертовщина? Прощай, мой старый друг. Погоди. Штурмовый бомбардировщик? Когда Джилл говорил, что Вескер собирается рассеять Ураборос по всему миру? Именно это он намерен сделать. Вескер! Вот он, давай быстрее! Джилл, ты в порядке? Все отлично, не беспокойся обо мне. Слушайте, послушайте, лучше сообщить тебе кое-что важное. Сверхчеловеческая сила Вескера — это действие вируса. Но вирус нестабилен. Чтобы поддерживать равновесие, ему нужно регулярно впрыскивать себе сыворотку. Значит, если лишить его сыворотки, он потеряет силу. Совершенно верно, но он только что сделал прививку, так что следующий понадобится еще не скоро. Черт. Послушай, Эксела говорил, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, если впрыснуть себе больше, чем надо, это подействует как яд. По-моему, он использовал сыворотку PG67A/W. PG67A/W? Я постараюсь найти, как убраться отсюда. А вам нужно отыскать сыворотку. Эксела всегда держала ее в кей... Джилл. Ну же, Джилл! Черт. Крис, это она? Займемся делом. Всем твоим планам конец, Вескер. На сей раз тебе не скрыться. Неужели вам до сих пор не надоели эти крысиные бега?
Лично вы мне уже двое порядком наскучили. Зачем ты все это делаешь? Чё ты добьешься, выпустив Ураборс? С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению. Я не уничтожаю мир, я спасаю его. Он точно рехнулся. Это наш единственный шанс. Давай. А теперь все становится совсем интересно, да, крыс? Ты прям думаешь, что способен меня одолеть? Мне все равно, пока я жив, я не становлюсь. Тогда мне придется убить тебя побыстрее. Ну что, получилось? По-моему, да. Это еще не конец, Крис. Шевон убегает, быстрее! Шева, давай, быстрей! Давай, цивились! Возможно, я недооценил тебя, Крис. Хватит трепаться, Вескер, тебя уже ничто не спасет. Мне не нужна никакая помощь. У меня есть Ураборос. Через 5 минут мы окажемся на оптимальной высоте для запуска ракет. Ураборос будет выпущен в атмосферу в нужной концентрации. Никакие ваши мелкие и жалкие попытки не изменят неизбежного! Весь мир окажется инфицирован. Начинается новое эра творения, и я стану его создателем. Как ты мне надоел за весь этот бред! Ты просто один из отбросов корпорации Umbrella Tech Incorporated. Ты знаешь, что мы должны сделать? Я постараюсь отменить программу.
А ты так прикрой меня. Вы за это поплатитесь! Держись! Нет! Я заберу вас обоих с собой! Чёрта с два! Давно надо было тебя прикончить. Крис. Сам виноват. А теперь все кончено, Вескер. Кончено? Да я только начал. Время умирать, Крис. Цепляйтесь, идиоты! Держись! Крис Шева, используйте вот это! Классика Резидента! Классика? Классика. Готова, напарница? Готова. Подавись, Вескер! Выпусти, сукин сын! Это за всех наших погибших братьев.
Все позади. Да. Наконец-то. Все чаще задаюсь вопросом, а стоит ли нам бороться? Во имя будущего, избавление от страхов. Да. Оно того стоит. Scream shit.